нас была хорошая песня, как нам кажется. И самая главная идея этой песни – это идея о дружбе. Очень часто мы, люди, создаем вот такой образ врага. Мы так к нему привыкаем, что уже когда и врага нету, мы все равно его ищем. Вот появляется новая компания, да? Появляешься ты в новой компании, так смотришь сразу же, прикидываешь так. Странно выглядит. Вот, видимо, от этого можно ожидать всякие гадости. А вот этот вот, еще мы не познакомились, мы уже думаем о том враге, который может сделать нам плохо. Это где-то глубоко в нас. Библия нас учит. Не ищите врагов. Они сами вас найдут, если захотят. Приобретайте настоящих хороших друзей. На это стоит тратить время. Собственно, что и делал Христос. Он приобретал друзей. Друзей для Царства Небесного. И вот эта следующая песня, именно с этой песней мы хотели попасть на Евровидение. Попасть не удалось, но песня осталась. Что мы хотим вам предложить сейчас. Планета, я не знаю, как и кто здесь мы, не нахожу ответа. Жить в поисках врага, а так хотелось друга. Как вырваться тогда из замкнутого круга? Улетай, в небе встретишь новый день, большая звезда согреет тебя. Сердце согреет кровь, кого распинал, ночами не спал. Мир просто не знает любовь. На руинах детской мечты, с фонарем без света, мы искали в небо мосты, а в душе рассвета. Но поиски врага, когда хотелось друга, как всегда, по замкнутому кругу улетай. В небе встретишь новый день, большая звезда согреет тебя. А сердце согреет кровь, кого распинал, ночами не спал. Мы просто не знаем. Мы решили новую песню спеть. Можно?
Она еще нигде у нас не записана, мы только вот ее сделали. Еще даже не доделали, да. Только... Когда мы приехали сюда, у нас вот прошлый год мы ездили на этом же RV, которым приехали и сегодня. И в этот год мы зашли туда, там откуда-то взялись муравьи. И вот они полезли вот как-то каким-то образом. Там где-то лежало немножко сахара, где-то хлеб был. И вот они туда, к сахару, к хлебу и тащат все. Вы знаете, ну как будто вот они нашли полезное ископаемое и их вытаскивают оттуда. Я о чем? Я о демократии хочу сказать. Если голосованием решить, чей это автобус, чей это RV, муравьи выиграют. А если решить, чей он на самом деле, то он наш. Кто платил за него деньги, кто покупал, того он и есть. И мы просто этих муравьев взяли средства специальные и убрали оттуда. Вы знаете, в жизни вот так иногда мы по отношению к Богу. Бог говорит какие-то истины, которые Божьи истины, а мы общим голосованием можем решить, это правильно или неправильно. Мы можем вывести какую-то свою истину. Вот эта половина больше, она решила, проголосовала, что вот так будет правильно, а вот эта половина проиграла, потому что эта половина больше. А Бог сказал совсем другое. И мы вот так переворачиваем мир. Нельзя так. Божьи истины – это Божьи истины. И иногда Бог может включить маленький вулканчик, который затормозит всю Европу. Иногда Бог может сделать что-то еще другое, очень маленькое, которое останавливает всю страну или полмира, или весь мир. Это Бог. Это живой Бог. И мы не вправе решать истины Божьи, правильно это или неправильно. Скажет ли глина горшечнику, зачем ты меня сделал? Или что ты хочешь сделать? Вправе ли глина это говорить? Нет. Это истина, Божья истина. И вот родилась такая песня. В перевернутом мире зло обретает другую окраску. Нам уже преподносят его, как невинную детскую сказку. И высокого неба цвет обозначил грехи Содома. Наш герой — это тот атлет, что с чужой женою вне дома. То, что плохо и что хорошо, большинством голосов решаем, а не словом святым того, кто творением всем управляет. И, казалось бы, впору завыть, задохнуться от боли и крика, не найдя чем бы грязь отмыть человечество грязного лика. Но вечные слова Христа, они приходят прямо свыше. И только сердце может слышать, о чем они нам говорят. А в сети виртуальных миров, виртуальных проблем и стен, виртуальная светит любовь, виртуально снеся перемен. И теряется лик Творца в галереях других богов. Все нормально, да вот сердца настоящую гонят кровь. А когда предают друзья, настоящую чувствуешь боль, от которой сбежать нельзя и пройти это место вновь. Настоящую ищешь любовь, когда в жизни совсем один, нелогичным считая то, что дает ее Божий Сын. Но вечные слова Христа,
они приходят прямо свыше. И только сердце может слышать, о чем они нам говорят. Но вечные любви слова, они приходят прямо свыше. И только сердце может слышать, о чем они нам говорят. И только сердце может слышать, о чем они нам говорят. Just